Здравствуйте, друзья! Вы видите, как проистекает собачья жизнь на собачьей площадке. Это наш Томми. И тут много собак. Видите, вот это владельцы собак. Вот этот вот орел. Он все время... Мячик, давай мячик я тебе брошу. Давай. Давай мячик. Ну, че, вот, пожалуйста. И мы сейчас бросим мячик, друзья. О, он сопливленный, конечно. Да, и... Убью! Вот он побежал. Видите, как? Побежал за мячиком. Да, сейчас будет приносить. Он ничего не делает, кроме как мячики приносить. Вот. Тут все собачки друг друга знают. Хозяева друг друга знают. Вот. Все. Вот. Сейчас принесет. Нет, мимо меня понес. Ну, ладно. Так. Вот. Некоторые просто лежат, знаете. Томику нашему не хватает с кем побегать. Он вообще здоров бегать. И так вот. Но мало буйных, знаете. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, как у Высоцкого. Да, вот он с какими-то. Это вообще на кролика похоже, серая такая. Собака ушастая. Ой, мама, мама. Ушастая. Они вообще все тут хорошие. В смысле, не кусается никто. И даже не особо тявкают. Хотя некоторые тявкают. А еще они тут попрошай. Они попрошайничают. Они приходят и вот так. Особенно, знаете, тут есть одна хитрая собачонка. Я ее не вижу. У нее вот хозяева из Индии. Так вот, значит, собачонка. Каждый раз, когда я кричу там «Томми!», и он должен прибежать, и я ему дам что-нибудь слопать. Так он, когда слышит «Томми», он тоже бежит, потому что знает, сейчас будут давать еду. Вот такой вот тоже. Он быстрее Томми к нам прибегает. Такой вот интересный собачонок. Вот бежит, смотрите. Вот. Ах, нет, не добежал. Ушел. В общем... Бывают собачки такие хорошие, особенно вот такого плана, как наш Томик, тоже такие дудлы, вот, с пуделиной, с пуделиной кровью. Они как-то одинаково играют все, вот, и с ними хорошо бегать. Вот он с ними бегает, вот там какой-то, кстати, бегает, я вижу, на нашего похож. Сейчас мы туда придем, вам покажем. Это вот, друзья, красавица такая. What is the breed you said? What is the breed? Акита. Акито. Акита. Акита. Друзья, вот это акита. Такая шерстистая. Так, попробуем. О, тихо. She's a little shy. О, тихо, тихо, тихо. Такой сладкий. They're very shy. Kind of shy. No. Лает. Ну ничего. В общем, такая акита. Очень симпатичная. Так. Так. Вот они иногда с ним могут побегать. Но Томик, конечно, более легкий в бегах. А вот там какие-то поменьше собачки. Но, во всяком случае, типа нашей. Это девочка, какие-то девочка. Надо сказать, что вот их тут трое, но две, ну, совсем маленькие. Хотя, в общем-то, как-то они так тоже любят побегать, поскакать так. Побегать любят, но маленькие. Хотя одного цвета, в общем-то. Итак... Если они все три побегут, то будет смешно. Но Томми, конечно, он такой у них как за вожака получается. Вот. И все хвостами машут, потому что любят дружить. Вот они побежали. Начинаются бега. Вы видите, как красиво бежит наш мальчик. А он еще, знаете, убегает очень хорошо. Когда за ним гонятся, он такие петли наворачивает, такие... Вообще фортеля выкидывает. Вот, пристраивается к собачке. Отстань от собачки. Отстань. Побежали. Тут, друзья, пришла черная собачка. Сучка фактически пришла. И Томми так на нее налетел, на эту сучку. И все норовил ее оттрахать. Но сучку берегли. Томика по-доброму отгоняли. Понимая, что его интерес естественный. Вот. Но, в общем, ты смотри, ничего больше знать. Вот так вот, нет, друзья, он сучки. Он вообще такой довольно мирный, играет. Мирный, мирный. А как сучку увидел, хорошо, так сразу да. Понял, что кобель. Да. Ну что, вот так, друзья. Отпускаем? А? Отпускаем? Да. Вот сколько, постой. Друзья, постой, не объясняй тебе. Ему, что постой, кобель это не то, как ты родился, пойдем. А что ты о себе думаешь. Нет, друзья, он не понимает такого разговора. Вот кидается на сучку. Томик, он так немножко приходит в себя от переживаний. Вот. А мы тут прямо у забора, видите, тут дома стоят, растут фрукты.
у людей. Там хорошее деревце было. Вот так вот. А это школьный двор. Школьный двор. Вот так. Наверное, им не очень нравится, что здесь бегают собаки, футболисты тут периодически футбол играют. Вот там, если вы видите, ворота стоят. Видите, вон те ворота. Вот, это приходят дети, берут эти ворота, человек там 6, 7, 8, берут вот эти ворота и тащат их. Так, а потом обратно скидывают. Вот, вот так живут. Как-то, называется, какая-то пословица есть. В общем, не богато, но счастливо. Так. Это, друзья, собачка. Ее зовут Авира. У нее почему-то глаза разного цвета. Авира — это как вот где визы выдавали для поездок. И вот, ну мы этим. Но они вообще как в детском саду, они все прибегают. Ну или как куры, может быть, знаете, вот они прибегают и видят, где кормят. Значит, они туда бегут. Вот он бежит, бежит, бежит прямо наш этот олень. Да. Ну, здоров, здоров пробежаться. Томми, Томми, кам! Оп, вот, видите, он бежит к нам, Томми. Вот он к нам прибежал. Томми, 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 кам. Оп, 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 оп. Вот. Так. И Авире тоже дадим. Она хорошая, Авира. Такая хорошая. Всем выдает визы и регистрации. Выдает визы для поездки в разные места. Так. А вот эта маленькая, это вообще страшное, страшное дело. Вот такая. Вот. He's Tommy. Emma. Tommy. Вот эта маленькая собачка. Она, ух, какая крутая собачка. Она все время ходит, просит покушать. Причем так настойчиво. Вот, вот еще одна пришла. Она такая красивая. Такая хорошая собаченция. Прямо вот, прямо лисица настоящая. Вот. Да. О! Вау, вау, вот и какая, ребята, это надо видеть, это прямо, прям перина какая-то пришла пушистая, сейчас мы ей дадим. Ой. Это вон тот маленький там хулиган, вот, ну он хороший, он хороший. А, давай, давай дадим собачке, давай, иди, кам. Это еще одна тоже, на волчицу белую похожа, вообще они красивые здесь собаки все. Это вообще они типа родственники даже. От одной хозяйки. От одной хозяйки. Так, давайте одной дали, теперь другой. Давай, давай тебе. Все. Так, ребята. То есть их тут какое-то количество. Вот они. Их много. Надо сказать, друзья, что вот Томми демонстрирует вот какое-то такое поведение, знаете, безличного отношения. Ой, ты что-то хватаешь, ты совсем балду. Значит, когда маленькие собачки, такие совсем маленькие рядом с ним, значит, так он что делает? Он... Давай, Тимусь, ловки. Тимусь, что делать? Вот это все делает. Вот, значит, что... Okay. Что он делает? Он, когда маленькие собачки рядом, он писает, несмотря на то, что они там стоят. Вот. Да, то есть дело такое, что... И на больших писал тоже. Да, и на большую собаку взял, написал. Друзья, это при том, что он к ним ко всем хорошо относится. Подержи, пожалуйста, эту штучку, а я отломлю. Видите, друзья, у меня здоровенный шмат вот этот вот, я от него... Но ты не отламываю, чтобы он видел. Ну, отламываю, но от него так еще не сразу отломаешь. Вот, Томми, иди сюда, мой слог, я тебе дам. Sit. Down. Down. Вот, иди, down. Ну-ка, давай. Ну, он так просочковал немножко, этот down. Вот, и ну, побежал уже к своим. Ну вот, друзья, вот так собаки резвятся. Побегают, пописают, к большому сходят. И вроде как, знаете, день не зря прошел. Вот, потом придут домой и могут... Да, бегать. Появилось с кем побегать. Ее черную собачку зовут родители, а она к ним не идет. А что она? Чего они ее зовут-то, я не знаю. Друзья, с гостеприимным школьным двором. Это не школьный двор, просто школьный. Поле школьное. Вот. Школа, тут школа. Должна где-то школа быть? Нет, школа. Без всякой школы. А сейчас, друзья, вы увидите, как Томик загружается. Оп. Видите, он уговаривать его не надо. Он самолично загружается, прыгает изумительно. Он не только бегает хорошо, но и здоров попрыгать. Если Чарли, то он его за хвост поднимает. Да, да. Его предшественник, он ставил лапы сюда, вот так лапы ставил, а мы за хвост его туда грузили. Это у него были такие привилегии.
Все, друзья, уезжаем.